Президента, ему продолжают поступать уточненные данные спецслужб. Я напомню, что взрыв в автобусе в Волгограде могла устроить жительница Махачкалы Наида Асиялова. Эта информация поступила только что. По данным Следственного комитета, женщина была гражданской женой одного из боевиков. Трагедия унесла жизни 5 человек. По последним данным, пострадавших уже 32, 8 в крайне тяжелом состоянии. Также, по последней информации, среди раненых есть годовалый ребенок. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет. Уже точно известно, что автобус, где сегодня взорвалась бомба, работал на дизельном топливе. Напомню, что ранее основной считалась версия о взрыве газа.